эфире «Народные новости», в студии Ян Сараева. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Новые дороги, импульс развития Мордовии. В Доме Республики прошло совещание по дорожному строительству. Важная помощь. В третью детскую поликлинику Саранска передали 2 тренажера. Большое обновление в Ордатове привели в порядок городской парк и базарную площадь. С 16 декабря в Москве состоялась рабочая встреча главы Мордовии Артема Сдунова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, в ходе которой была обсуждена реализация в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». В Республике Мордовия ведется активная работа по созданию благоприятной среды для жизни и отдыха граждан. В 2021 году благоустроено 85 общественных и дворовых территорий, которые создают новый облик городов в регионе. В Мордовии также ведется работа по реализации 3 проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, отметил Ирек Файзуллин. По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство водозабора номер 2 в рабочем поселке Чамзинка, что позволит улучшить качество питьевой воды для жителей района. Ирек Файзуллин также отметил важность строительства нового жилья и расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Работа в этом направлении будет продолжена. Во встрече принял участие заместитель председателя правительства Мордовии Инсаф Хайрулин. 15 декабря в Доме Республики состоялось совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием начальника управления Федерального казенного учреждения УПРДОР Москва-Нижний Новгород Сергея Карпова. На совещании подвели итоги уходящего года и обсудили планы на перспективу. Общий объем финансирования дорожного строительства в республике в этом году составил более 5 миллиардов рублей. Из них более 2 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета. Напомним, в августе этого года по поручению президента России республика получила 500 миллионов рублей дополнительного финансирования из резервного фонда правительства Российской Федерации на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были распределены в виде субсидий муниципальным образованиям. В сентябре этого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, 2 из которых также касаются дорожного строительства. Оба дорожных проекта подробно обсудили на совещании. Первый – это соединение скоростной автомобильной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань с Саранском и Рузаевкой. Автомобильная дорога от Арзамаса через Саранско-Рузаевку до границы с Пензенской областью должна стать 4-полосной. Разработка проектной документации на этот значимый дорожный объект начнется в следующем году. Второй очень важный проект – это дорога, которая напрямую соединит Темников с Дивеевым. Ее строительство существенно сократит расстояние между Сноксарским и Дивеевским монастырями со 130 до 60 километров. По оценке экспертов, дорога обеспечит дополнительные туристские потоки в республику, что будет способствовать социально-экономическому развитию территории. Планируемая протяженность новой автомобильной дороги – 21 километр. В настоящее время на этот дорожный объект разрабатывается проектно-сметная документация. Также на совещании обсудили ряд других вопросов, в том числе речь шла о мерах, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 16 декабря исполнилось бы 90 лет бывшему руководителю республики, председателю Верховного Совета, общественному и политическому деятелю Анатолию Березину. Торжественный митинг провели у его могилы. Подробности далее. Анатолий Березин родился 16 декабря 1931 года в селе Рождественное Чалковского района. После окончания Мордовского государственного педагогического института имени Полежаева начал работу на ответственных должностях. Возглавлял Дубенский и Атяшевские районы. В 1971 году его избрали на пост руководителя Мордовии. В 1990 году Анатолий Березин утвержден председателем Верховного Совета МАССР. Эти годы вошли в историю республики как время экономического роста. Строились заводы, рос объем сельскохозяйственного производства, улучшалось качество жизни жителей республики. Старшему поколению Анатолий Березин запомнился как руководитель, обладающий неиссякаемой энергией. Цветы к его могиле от имени главы Мордовии и депутатского корпуса высшего законодательного органа республики возложили председатель Государственного собрания Владимир Чебиркин и председатель правительства Владимир Сидоров. Большое внимание он уделял, когда руководил городу, развитию промышленности. При нем вот прошло тех перевооружений таких крупнейших предприятий, которые стали значимыми в целом Советском Союзе. Это в будущем вот светотехника, вот ЛИС, завод электропримитель, это Центролит, резинотехник, орбита. Буквально вот в те вот годы их произошло вот бурное развитие, которое внесли уже большой вклад в развитие страны в целом.
Люди, знавшие Анатолия Березина, отмечают и его человеческие качества. Это был высокий профессионал, интеллигентный человек, который мог слышать и слушать вот это людей, не чужался. Да, на улицах, с любым встречным, выслушать любой вот этот вопрос, дать ответ, очень был доступен. Заслуги Анатолия Березина были отмечены и страной. Он кавалер многих государственных наград. 19 лет он руководил Мордовией. За это время знамя республики украсили 4 ордена. Вячеслав Кузьменко, Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. 16 декабря прошла прямая трансляция с министром здравоохранения Республики Мордовия Олегом Маркиным. Он отвечал на вопросы жителей региона о здравоохранении, а также о вакцинации от COVID-19. Прямой эфир начался с подведения итогов работы в 2021 году. Он выдался непростым для жителей республики, но особенно тяжело пришлось медицинским работникам. В прошлом марте Мордовия вступила в борьбу с COVID-19 и продолжает ее до сих пор. Во время трансляции Олег Маркин рассказал, как обстояли дела в самые тяжелые дни. Необходимо отметить, что для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем пациентам с коронавирусной инфекцией на территории Республики Мордовия, развернуто в пик пандемии 2780 коек. На стационарном лечении находилось более 2500 пациентов. Конечно, это большое количество. Большое количество пациентов находилось и находится до сих пор на реанимационных койках в тяжелом состоянии. Но мы делаем все для того, чтобы помочь нашим гражданам, чтобы они быстрее выздоровели. Шла речь также и о реализации национального проекта о здравоохранении и региональных проектах, которые реализуются в его рамках. Несмотря на пандемию, работу по ним продолжали. Завершено строительство 2 крупных медучреждений. Поликлиники онкодиспансера и хирургического корпуса детской республиканской больницы. Совсем скоро они будут введены в эксплуатацию. Также продолжена работа с санавиацией, и это еще не все. Проводится дальнейшее переоснащение действующей онкополиклиники необходимым оборудованием. В этом году установлен компьютерный томограф из тяжелой техники. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приведено 4 аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса для диагностики патологии сердечно-сосудистой системы. Приобретены лекарственные препараты для оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим инсульт и инфаркт на амбулаторном этапе. Работа проводится, и мы завершаем ее на хорошей ноте, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись в этом году. Также жители региона могли задать свои вопросы прямо во время прямой трансляции. Одна из актуальных тем – вакцинация, особенно если речь идет о детях. «Спутник М» – вакцина, разработанная специально для подростков 12-17 лет. Я хочу сказать, что регион на сегодняшний день готов к поставкам данной вакцины. У нас от 12 до 17 лет детей 44 тысячи. Все необходимое оборудование для, скажем так, оказания вакцинации данной категории нашего населения у нас есть. Как только оно будет введено в гражданский оборот, мы его примем и начнем работу в данном направлении. Поговорили еще и о содержании медучреждений, трудоустройстве, а также о лекарственных препаратах. Валерия Новикова, Народные новости. Важная помощь. Кабинет лечебной физкультуры детской поликлиники номер 3 в Саранске пополнился сразу 2 новыми тренажерами. Оборудование приобрели в рамках совместной работы регионального отделения партии «Единой России» и республиканского отделения фонда «Милосердие и здоровье». Социальный проект «Счастливы вместе» в действии. Юлия Мамаева и Станислав Семин расскажут подробности. Здесь оказывают квалифицированную помощь тем, кому она действительно необходима. С 2020 года на базе 3-й детской поликлиники Саранска работает отделение медицинской реабилитации. Кроме того, здесь создан центр по реабилитации детей с неврологической патологией. К особенным пациентам особенный подход, помогает современное оборудование. Совсем недавно кабинет лечебной физкультуры пополнился 2 новыми тренажерами. Велотренажер и вибромассажер для медучреждения помогли приобрести активисты региональных отделений партии «Единая Россия» и фонда «Милосердия и здоровья». Эти реабилитационные
медицинские аппараты позволят в том числе и оздоровить наших детей, в том числе и с ограниченной возможностью. Так что мы благодарны нашим благотворителям и от себя, и от родителей, и от коллектива за то, что сегодня дети наши имеют возможность уже воспользоваться этой современной технологией. Необходимое оборудование презентовали в рамках проекта «Счастливы вместе». Предложение общественников и представителей депутатского корпуса получило поддержку фонда президентских грантов. Медики делятся, велотренажер поможет восстановить двигательную активность, разработать мышечно-связочный аппарат. У вибромассажера другая миссия – привести в тонус спазмированные участки тела и тем самым активизировать нервные окончания. В третьей поликлинике я не единожды была, потому что наш грант нацелен на поддержание семей, воспитывающих детей с заболеванием ДЦП. Я посмотрела этот зал и уточнила, чем же мы можем помочь. И, значит, мы не всегда ведь с вами владеем, какая помощь нужна тому или иному стационару или поликлинике, да? Нам сказали, что нужно. Всего в этой поликлинике помощь оказывают более чем 300 детей с ограниченными возможностями здоровья. Новые тренажеры помогут добиться еще большего положительного эффекта в лечении и в профилактике различных заболеваний. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости. В Республиканском центре поддержки экспорта подвели итоги акселерационной программы «Экспортный форсаж», а также отметили лауреатов конкурса «Экспортер года». О том, как мордовские компании работают на зарубежных рынках, расскажут Ирина Семенова и Сергей Соколов. Выход на экспорт – важный этап в работе субъектов малого и среднего бизнеса. И в Мордовии есть отличные примеры партнерства с зарубежными странами. Наиболее успешной в этой сфере компании стали лауреатами республиканского конкурса «Экспортер года». Итоги года 2020-го подвели в 2021-м. Результаты стали известны еще в марте, но церемонию награждения перенесли из-за ковидных ограничений. При подведении итогов конкурса принималось во внимание не только объем экспорта и экспортная выручка, но и насколько глубоко наши экспортеры участвуют в экспортной жизни республики, то есть ездят с выездными мероприятиями, представляют свою продукцию на внешних рынках. Тройки лидеров выявили в 4 номинациях. Экспортер года в сфере промышленности, трейдер года, прорыв года и экспортер в сфере агропромышленного комплекса. Суть конкурса – найти и поддержать предприятия, которые хотят развиваться и имеют для этого потенциал. Помогает в этом и Министерство промышленности, науки и новых технологий. Новый тренд ведомства – открытость и адресный подход. Уже в ближайшее время мы подведем итоги текущего года. А, к слову сказать, в этом году практически в два раза увеличили количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые начали работать на международном рынке. Мы видим, что это не предел. Наша задача – выходить на новые рынки, привлекать новые компании. Всех активно, конечно, приглашаем. Наши двери открыты, готовы помочь всем и каждому. Компании-победители получили сертификаты на покупку авиабилетов и оплату трехсуточного проживания в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта Мордовии. Лидерам в каждой номинации достались также сертификаты на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии на территории России или за ее пределами с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора. Тем временем другие компании только начинают делать свои первые шаги в освоении зарубежных рынков. Чтобы облегчить процесс, школа экспорта Российского экспортного центра разработала специальную акселерационную программу. С сентября 10 предприятий-участников из Мордовии прошли несколько образовательных модулей. Заключительный был посвящен деловой коммуникации. Основная задача была познакомить коллег, компаний, участников с кросс-культурной коммуникацией, какие есть особенности ведения бизнеса в определенных других странах, да, потому что мы всегда должны быть готовы к культурным особенностям, аспектам. А, конечно же, мы знакомились с очным и дистанционным форматом взаимодействия, учились писать деловые письма, учились работать на выставках и вести переговорный процесс. Конечно же, работали с возражениями наших потенциальных клиентов и использовали определенные тактики ведения переговоров для того, чтобы достичь максимального эффекта от переговорного процесса. В течение всей программы трекеры-наставники помогали компаниям применить полученные знания на практике, и это дало свои плоды. Несколько предприятий смогли заключить свои первые зарубежные контракты. В день завершения экспортного форсажа одна из компаний, которая занимается производством автомобильных газовых баллонов, уже отгрузила первую партию в рамках 4-миллионного контракта с импортером из Казахстана. Мы получили ключевые навыки, связанные с экспортной логистикой, работой с таможенными органами, знания финансовых инструментах, которые позволяют начать экспортировать компании даже в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Но более того, что мы не просто получили эти навыки, мы смогли применить их на практике.
Самые успешные участники программы получили сертификаты на 100 тысяч рублей на развитие экспортной деятельности и другие памятные призы. Ирина Семенова, Сергей Соколов, Народные новости. В Ковылкино станет светлее. Сейчас идет процесс подготовки планов модернизации системы уличного освещения. Какие варианты рассматриваются, расскажем в нашем следующем сюжете. Сейчас в Мордовии продолжительность светового дня всего 7 часов 21 минута. Да и погода не балует нас солнечными днями. Поэтому для функционирования такого большого организма, как город, большое значение имеет уличное освещение. В администрации Ковылкино разработали план модернизации всей системы. Первый вариант – это заключение энергосервисного контракта. И второй вариант – это приобретение светодиодных светильников, которые в последующем силами муниципального казенного учреждения благоустройства будут установлены на территории города. В Ковылкино проживает порядка 19 тысяч человек. Работают крупные предприятия. Модернизация системы уличного освещения затронет весь город. Особенное внимание обратят на те улицы, где фонарей мало. Рассматривается также вопрос об увеличении количества светоточек на территории города. В основном это за переездом, это улица Коммунистическая, хутор Белинского, Заречная и другие. Окончательное решение о том, как будет проходить модернизация системы уличного освещения в городе Намокши, примут депутаты Совета депутатов на своей ближайшей сессии. Вячеслав Кузьменко, Максим Бикеев, Народные новости. Подвели итоги работы и выстроили план на 2022 год. Компания «Энергосбыт Плюс» провела итоговую конференцию. Рассказали о модернизации картельного оборудования, а также о реконструкции тепловых сетей и сетей водоснабжения. Отопительный сезон во всех 16 региональных филиалах «Т-Плюс» начался даже раньше обычного срока и без сбоев. С этого начал свое выступление в режиме ВКС генеральный директор ПАО «Т-Плюс» Андрей Вагнер. Компания провела большую работу во всех региональных филиалах. Прирост объема перекладки тепловых сетей, что сказывается на надежности и качестве. 200 километров переложенных труб в этом году дает нам выход на уровень порядка 670 километров замен в этом году, чего в истории компании тоже никогда не было. И здесь тоже у нас критично кривая по приросту объема перекладок. Еще там 3-4 года назад мы перекладывали 200, потом 400. Прошлый год, напомню, мы закончили 492 километра перекладки, в этом году сразу 670. Также шла речь о том, что компании ведется активная реализация программы ДПМ-2 «Цифровизация тепловых сетей». Затем Андрей Вагнер ответил на вопросы журналистов. Что же касается мордовского филиала «Т-Плюс», в этом году была проделана большая работа. На полмесяца раньше начался отопительный сезон. Это потребовало от теплоэнергетиков эффективной мобилизации. На подготовку тепловой инфраструктуры Саранска было затрачено около 700 миллионов рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее. Из них 416 миллионов направлено на реконструкцию сетей, значит, теплоснабжение ИГВС. Это также больше, чем было даже запланировано. Планировали мы в этом году 390 миллионов направить. И порядка 300 миллионов рублей мы вложили в Саранскую ТЭЦ-2 на ремонт и обновление оборудования. В летний период было опрессовано порядка более 250 километров тепловых сетей. Устранено 800 дефектов. Было заменено 27 километров сетей. Модернизация коснулась участков улиц во всех районах города. Компания откликнулась на просьбы жителей. Были заменены наиболее проблемные участки тепловых сетей в поселке ТЭЦ-2. Изоляции тепловых сетей также уделяется большое внимание. Делается все для снижения теплопотерь. Модернизация коснулась и самого сердца теплоэнергетики – Саранской ТЭЦ-2. Проведены в полном объеме все ремонтные работы как основного, так и вспомогательного оборудования. А также выполнены работы по ремонту и замене изношенных частей оборудования по всем 20 котельным, которые мы эксплуатируем в городском округе. Сетевая инфраструктура также будет обновляться для улучшения качества поставляемых ресурсов потребителю. Тема долгов за тепловые ресурсы была и остается острой для ресурсоснабжающей организации. У нас по городу на 1 декабря это порядка 1 миллиарда 170 миллионов рублей. И причем порядка 840 миллионов рублей из них просроченные. И я не устану повторять, что вот
Что очень сильно беспокоит и тревожит, это то, что уровень просроченной задолженности сопоставим с объемом ремонтной программы годовой у нас в городе. Также с 1 декабря Саранск перешел на новую модель рынка тепла по методу альтернативной котельной. Это значит, что сумма платежа за горячую воду будет складываться из объема потребления холодной воды в кубах и объема тепловой энергии, которая идет на подогрев горячей воды. Все зависит от прибора учета. Он должен быть правильно организован и на общедомовом, и на индивидуальном уровне. При этом оплата будет выгодней. Главный ориентир компании «Т-Плюс» – делать все, чтобы тепло и горячая вода доходили до потребителей. Без перебоев и достойного качества. На это направлен весь фокус внимания работников компании. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. Большое обновление в этом году в Ардатове преобразили сразу две локации – городской парк и базарная площадь. Оценить масштабы благоустройства можно уже сейчас. Специалисты завершили работы. Что было сделано и благодаря какой программе, расскажем далее. В городском парке Ардатова царит тишина, но это ненадолго, безлюдно здесь бывает редко. Чуть позже сюда придут играть мамы с малышами, заглянут пенсионеры, а после уроков подтянутся школьники. Парк облагораживали с учетом мнения местных жителей, чтобы здесь было комфортно каждому. Самое активное участие, во-первых, принимали жители, потому что с их подачи и с их идеями весь этот парк и строился. То есть было электронное голосование, и они, соответственно, в нем активно участвовали, предлагали свои идеи, которые вот, в принципе, и были оформлены в этом парке. Сейчас городской парк не узнать. Его буквально строили заново. Здесь заменили практически все. Теперь есть где поиграть, погулять и заняться спортом. На этих выходных планируют впервые залить хоккейный корт. Парк благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и партийного проекта «Единой России. Городская среда». На этот проект было выделено 18 миллионов рублей. Деньги были потрачены на то, чтобы привести в порядок этот парк. Раньше он был не очень в хорошем состоянии. Обновили дорожки, уличное освещение провели, сделали летнюю эстраду для проведения различных городских мероприятий. И также организовали выставку, в которой будут участвовать местные ремесленники. Еще одно благоустроенное пространство – базарная площадь. Сейчас на ней полным ходом готовится к Новому году. Скоро на елке зажгутся огни, а рядом начнут работу ярмарочные павильоны. В ближайшее время все внимание будет приковано к новогоднему дереву, а весной распустятся листочки на березах, кустарниках и полусотни красных кленов. Благоустройство данной площади стало возможным после победы во всероссийском конкурсе по созданию лучших проектов комфортной городской среды. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов. На данный момент все работы у нас завершены. Начали мы их в апреле. Было произведено устройство нового покрытия из брусчатки на площади более 4700 квадратных метров. Новое асфальтовое покрытие. Вечером на площади особенная атмосфера. Она утопает в огнях. Включаются фонари, ретро-лампочки и подсветка, которая здесь буквально повсюду. Она освещает деревья, лавочки и скамьи, но даже больше, чем обновленным освещением, администрация гордится детской игровой зоной. Единственная в республике геопластика на детской площадке. Новшество такое в детских аттракционах, так скажем. Это холмы на детской площадке, которые повторяют форму земли, так скажем. Все это сделано в современном... Покрыто современным резиновым покрытием, чтобы было безопасно для использования детьми. Детям очень нравится. На базарной площади появилось несколько функциональных зон – выставочная, историческая и игровая. За несколько месяцев пустующее пространство превратилось в место отдыха для всей семьи. В следующем году городская администрация вновь будет подавать заявку на участие в конкурсах, чтобы благоустроенных мест в Ардатове стало еще больше. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости, Ардатовский район. В Новый год без долгов. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия напоминают о важности своевременной уплаты имущественных налогов. Наступил срок уплаты имущественного налога за 2020 год. Сюда относятся транспортный, земельный и налог на недвижимость. В последние годы жители республики стали более дисциплинированными в плане уплаты налогов. Так, в 2019 году процент собираемости по имущественным налогам составил 98%. В 2020-м отметка достигла максимума.
И на этот раз уведомления по почте или в личном кабинете на портале госуслуг все получали, однако расплатиться поспешили далеко не все. На сегодняшний день задолженность по имущественным налогам по Мордовии составляет 410 миллионов рублей. Так, например, на этой следующей неделе в личные кабинеты уже будут направлены требования об уплате задолженности. Далее налоговые органы по крупным должникам до Нового года выйдут в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. И уже полученные судебные приказы будут направлены на исполнение в банке, работодателям, пенсию, либо судебным приставам для последующего ареста и реализации имущества. Доначисленные пени, государственная пошлина, исполнительский сбор, расходы по аресту и реализации имущества. Несвоевременная уплата налогов приводит к ряду неблагоприятных последствий. Кроме того, должники будут ограничены в своих правах на распоряжение собственным имуществом. Их ждет запрет на выезд из страны. Если у вас есть в собственности зарегистрированное имущество, вам необходимо проверить свою задолженность и уплату имущественных налогов. Узнать свою задолженность можно в личном кабинете Федеральной налоговой службы, также при обращении в любой территориальный налоговый орган, либо по телефону горячей линии. Мы призываем всех жителей Республики Мордовия своевременно уплачивать налоги и не обременять себя дополнительными расходами и санкциями. Ну и вступить в Новый год без долгов. Оплатить имущественный налог можно в любом отделении банка или онлайн, через мобильное приложение или в личном кабинете налогоплательщика. Ирина Суконкина, Станислав Семин, Народные новости. Праздник для детей и их родителей провела организация «Много дети». При поддержке депутата Госдумы от Республики Мордовия Юлии Оглоблиной в офисе объединения прошла всероссийская акция волонтерского движения «Мы вместе». В рамках акции были вручены подарки офису для развития детей. Кроме того, ребят порадовали зажигательной программой. Это были танцы и конкурсы от веселых аниматоров. Такой подарок мальчишкам и девчонкам с особенностями здоровья подарила команда благотворительного фонда «Право на жизнь». Нашлись спонсоры и среди предприятий республики. Агрофирма «Октябрьская» презентовала семьям продуктовые наборы. Организовать и провести события помогли волонтеры-активисты Мордовского отделения Российского союза сельской молодежи. В целом праздник прошел при поддержке Юлии Оглоблиной, депутата Государственной думы от Республики Мордовия. Она поприветствовала мам и детей в режиме онлайн. Рада быть с вами, хоть и в онлайне. Рада сказать вам слова благодарности за ваш труд, за вашу неустанную помощь, любовь, взаимовыручку. Вам особенно тяжело. Здоровые дети требуют внимания, а дети с особенностями развития требуют еще большего внимания и заботы. Поэтому хочется, конечно, вас оберегать и как можно больше вот таких возможностей, мероприятий, чтобы подарить знаки внимания, оказать поддержку. С 13 по 15 декабря студенты педагогического университета прошли школу волонтера. Проект, посвященный развитию антинаркотического добровольческого движения, инициирован республиканским МВД. В течение трех дней будущие педагоги-психологи прошли курс, разработанный управлением по контролю за оборотом наркотиков. Задача школы волонтера – подготовить добровольцев, которые привьют детям любовь к здоровому образу жизни и объяснят вред запрещенных веществ. Студенты факультета психологии и дефектологии проходили специальный курс, направленный на подготовку лекторов по профилактике наркомании в образовательной среде. Программа практических и теоретических занятий позволила рассмотреть медицинские, социальные и правовые аспекты наркомании. Обучение проходило на нескольких площадках. В качестве спикеров пригласили сотрудников полиции, членов антинаркотической комиссии Саранска, сотрудников Центра развития проектных компетенций «Точка кипения» МГУ имени Огарева, а также специалистов в области здравоохранения и образования. Добровольческое движение в педуниверситете развито хорошо, поэтому в школе волонтера отучились десятки студентов. Это только начало. Есть с кем работать, хочу сказать сразу. Я хочу поблагодарить организаторов МВД по Республике Мордовия, администрации города Саранска за это дело, за эту школу, потому что это очень важно. Антинаркотическое знание с юридической точки зрения, как вы сказали, да, очень важно. А педагогу и психологу, конечно, важны с человеческой, с психологической точки. В конце курса участники защитили тематические проекты. Все, кто успешно прошел обучение, получили сертификаты. Ирина Семенова, Народные новости.
С 15 по 17 декабря в Саранске проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры». Более сотни спортсменов из разных уголков страны состязаются в одиночном катании. О том, как в этом году проходят традиционные зимние турниры, расскажет Ирина Семенова. Мордовские узоры – одни из главных соревнований, которые проводит Республиканская школа фигурного катания на коньках. В этом году они приобрели новый масштаб. Рекордное количество регионов – 23, от Владивостока до Крыма. Более 100 сильнейших фигуристов страны вышли на саранский лед. Достойную конкуренцию гостям региона составляют и мордовские спортсмены. Большое количество подготовленных спортсменов абсолютно на высоком уровне подготовки, борются за призовые места. Ну, где-то и у всех спортсменов бывают неудачные выступления, у кого-то бывают удачные. В целом, очень высокий уровень спортсменов на этих соревнованиях. В одиночном катании в течение 3 дней соревнуются спортсмены разного возраста. Юноши и девушки в возрасте от 11 до 17 лет выступают по программе первого спортивного разряда. Юниоры и юниорки от 13 до 19 лет по программе кандидатов в мастера спорта. Ну а мужчины и женщины от 14 лет и старше представляют программу мастеров спорта. Каждому из этих спортсменов предстоит откатать короткую и произвольную программы. Соревнования всероссийского уровня, они, конечно, всегда имеют большой статус. Приезжают сюда сильнейшие спортсмены со всей России, поэтому всегда для любого спортсмена честь даже просто поучаствовать в них, а тем более приблизиться, конечно, к призерам и победителям. Ну а те, кому взойти на заветный пьедестал, все же удалось, получили медали, кубки и грамоты. Тройки лучших выявили в каждой категории. Эти соревнования не влияют на попадание в сборные команды и выход на более крупные турниры. Однако спортсмены смогли получить важные рейтинговые очки, а также опыт во встречах с серьезными соперниками. Ирина Семенова, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Ян Сараева. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.